Йоу, я перекурим, предполагаю, то, что таблетки выпить. Давай еще трек сделаем. У меня перекур с таблетками теперь. Бля, жестко пиздец, нахуй. Фасоки перепейте сейчас все. Вчетвером хилить жестко. На то думал. Кто лучше хилит, я или Карнес? У нас, во-первых, нету Ньютон Мимы, блин. Где мы НДС? И кого еще из хилов нету? И Альфи нету, блядь. Да шаман или пыхтит, бедный. Че на пол? Флистабан. Скиньте ХПС с этого боя, который был. 5-9 идеальный, 5 и 1 ты. Хуя себе, блин. Ну тебя никто не пиздит, Кольт. Шамы не в своем кое-каком деле они эффективны. Где-то они хуёвые. Там, где рейд стоит в одном компе, бля, шаманы будут заебись хилить. Там, где рейд стоит, вот, допустим, на вальках, ты будешь заебись хилить. Идеально мне в спину дышит, нахуй. На личке инги в хэме будешь тоже хорошо хилить. Шаман тоже себя хорошо показывает, да. Что-то не хватает опять. Да ладно, мелики всегда в одном кемпе стоят. Ну, они всегда не урон получают. Интеллект маги. Маги интеллект. И вот поэтому эр-шаман лучший. Потому что он может быстро прохилить всех. Холик тоже. Запускай его. А, стоп, не запускаю, это ФКшка у нас. Дэдбич тут. Кто это сказал еще раз? Можно, пожалуйста, на ханта бафы оформить все? Потому что обычно холик держит частицу на танка и хилит максимум одну цель. Паладин кулак оформите, пожалуйста, на ханта. А вот представьте, если нужно поднять 4 сразу. Я подниму. Нет. Ребята, давайте не флудите, можно ханту кулак дать? У тебя висит кулак уже, Невер. Уже давным-давно. Душнило, блин, типа шара. У меня нету его в баф, мне тоже да жаль. Нет. Я не вижу тоже. Я не вижу. Я тоже не вижу. Я вижу, есть все. Смотрите, вот вам, пожалуйста. Скинул скрин. Ну, а тебе есть. Ну, я его до сих пор не вижу, а вижу, что на него кидают. Он время тянет. Там ты. Ок. Ну что, ты перебиваешь, типа его? Нет. Ну я не вижу до сих пор. Да нет, просто у него слишком много бафов. Бафов много. И все же, почему мы, блядь, не смогли убить? У нас все живы были, все дрэшвы. Демона нет. Демона нет. Но мы, когда в тот раз убивали, у змеи, блядь, оставалось 10%, когда босс уходил. Там кубок придет в 10 часов, можно кубок взять, ДПС, у РДД повысится вообще в разы. У каждого... Я бы тоже сходил бы, а то сколько можно стрим смотреть. Там, смотри, лучше как хули паладин хилин, блядь, 42-му. Ну, насколько я помню, тот Эршам вас обоссал обоих, кроме идеального. Почти на всех босс. По факту он сам... Вас обоих, кроме тебя и тебя. В итоге он сам обоссался. Забирай дом.
Войд, закинешь Инр? Саш, что с дискриминацией? Я 8 стаб отстаю, ты 4. Потому что... Вара не там у тебя. Да, Вара не там. Зачем ты так варов выпускаешь? Че, я покажу. Это бем местный. 5, 4, 3, 2, 1. Бушьте. Геру там все дела. Готовьтесь Бёрна прохитывать, сейчас уже будет этот каст. Или... Разморозил. Вы... Хуя себе быстро. Умрёте. Вы... Умрёте. Умрёте. Достаёте? Да, отлично. Так, кто там ещё на следующем? Угу. Смотрим на Рейнджер. Я скинул. Так, идеально. Блять, где идеально? Подойди ко мне там. Я вас и танчу. Можешь, нет? Блять. Дон, заберешь моего, попробуй. За танки, просто танк нажми. Идеально по мне БР, да, если можешь. Ну, как разморозит. Вади фьюри БР по Бьорну быстрее. Прохил Бьорна. Прохильте кто-нибудь, ну чуть-чуть хоть. Чикабум дашь БР по идеальному. Нет, не давай БР, ничего не давай. Стоп, блядь, вы можете нахуй рейнджу? Почему, блядь, 4 человека и сука там, блядь, полутало слизней нахуй? Возьмите вы рейндж, бьёте вашу мать, блядь. 10 метров нахуй, да, ну хотя бы, чтобы 2 человека находилось, 3 человека максимум. Рейнджу плохо держите в этот раз, потому что когда мы у нас победный был на прошлом КТ, у нас по 2 человека из РДШ, сколько мало всего за раз. Падайте. И это самое, если вы получили дебаф на второй плювок, не разбегайтесь, блядь, сука, ждите, пока я сам. Я свободен уже в этот момент. Мне тяжело вас ловить по одному. Лучше кусайте так, как и стояли. Там лужа на уходе, осторожно. Хорошо. Она вроде пропала. Ну, да, пропала. Только в центре еще есть новая. Смысл, ты оставишь миликов на красном. Он также и двигает, там лужа разливается, там негде будет стоять. Плюнет. Стойте, блядь, ну максимум 3 человека позволительно, чтобы вы стояли в одном кемпе. Ну, блядь, не больше 3, блин. Потому что. Ну, просто можно на экран смотреть глазами. Я, блядь, стоял, возле меня ни одного человека не было. Там, блядь, хуй в огромное место было. И еще раз повторю, если вы полутали зеленый дебаф после второго плевка, именно конкретно, вот первый плевок пошел, потом, когда второй плевок, да, вы не двигайтесь, я уже свободен буду, я буду размораживаться всех. Гресни, поресните, пожалуйста. Слушай, поменяй меня, а то что-то, блядь, не буду. Котик поменяю. Мне паладин нужен. Два там просился. Ну, 20 сидит, ждет. Да, у меня дрэк. Я могу зайти. Да, я любитель еще раз сделаю, ты пойдешь, если что. Ну, просто учти, если я где-то сдохну, то лагаю жестко. А ты лагаешь? Да. Я думал, тебе хуй. Ладно, тогда давай один на замену. Давай, за это нарафика. Подожди. А кто нас фридом давал? Секси тролль, ты, да, по-моему? Да, там секси тролль. Да. Тогда давай, дуат, в рейд. Да, вроде больше дает, чем Рокси пока что. Нам сейчас, блядь, реально ДПС не хватает. Тык. А, Расмус тоже, если что, здесь. Угу. Сейчас буквально 20 секунд с почты заберу этот настой. Давай. Рокси,
Я рапирку апнул, ой, не рапирку, а титана. Титана апнул уже? Да, 5500. Давай. Я пока отойду, таблетки выпью. Давайте, короче, чё, может тогда вот это, да. Перекур 3 минуты, давайте. Дацифрок надо 1600. Ну, себе еще примерно 600 рейтинга надо апнуть, дацифр. И будешь ты 4000 там, 4000-ник. Да я и так потею, ну его нахер. Будешь заходить, короче, там челики будут 500 податься, будут тебя хуй совесть за то, что у них на одну цифру больше, чем у тебя. Пусть нахер, меня и так... Да там, блядь, там уже через свешники сидят одни. Как бы не играют хорошо, но они ведут себя очень плохо. Не, там бывает нормально. Играешь, бывает нормально. Это, играешь на коре, такой, ну, блядь, линия не задалась, говорят. Короче, иди в фарми лес и не выходи оттуда, пока все 6 слотов не выфармишь. А мы пока спейс тебе создадим. Ну, это... Там проблема, там две проблемы через свышники и акбайеры. Там очень много акбайеров, особенно на 3000, на 2000, вот в этом промежутке там дохера акбайеров. Потому что аккаунты 7-7500, они продаются и дохера продаются. Там челик зашел, аккаунт себе сделал, выиграл примерно 150 игр, у него 3000 ранг. Он его сразу продает. И там дохера таких байеров. Я вот думаю, тоже это добить от цифры, это продать за 200. Ну да, так и сделай. Даже подороже продашь. И у тебя его купит очень быстро. Такие аккаунты быстро покупают. До 3000 рейтинга типа? Нет, это рапирка. Титан, третий, рейтинга там много, это просто трехтысячное место по региону, то есть по СНГ. У меня вот сейчас просто титан без цифры, это там 5500. Ну, поиграйся еще. Я такие аккаунты делал, короче, как делал? Играл, и если 3 раза подряд проигрывал, то я его сразу продавал. Потому что если там 3 раза проебал, то дальше уже будет черная полоса. Не, я, блин, это... У меня бы там нормально, я 6 раз подряд проиграл, потом 15 раз подряд выиграл. Если я 6 раз проигрываю, я в Доту потом год не играю. А кто в курсе, сколько нужно бабок, чтобы эту кузнечку прокачать? 20-25 хватит? 2 тут. Давайте еще на присутствие. Да, я тут. Все, я отключаюсь. Ну, сейчас разверну, там нажму коробочку. Бля, я только обрадовался, у вас сейчас адекватный Рушан пришел. Ну, только он адекватный, если он бегнул. Да, думал. Бля, если бы ЧСВшно сильно, что он, бля, за ГП ливает, либо хуй, да, блядь. С какого нахуй говна вылупился, блядь. Блять, в сдохном служе еще в луже, блять, вставал каюзницу, блять, вообще пиздец, мозгов нахуй. Ну да. Я даже не хуесосил даже. Ну, 50 ГП. Да молодых рановато душить с первого РТ же. В смысле? Ты, блять, зайди в Мордор нахуй, там тебе, блять, ГП нахуй косарей 5 как ебут, еще хуесосят всякие людей. Тэнк онлайн, может, вместо милика. Да не, уже сейчас пока так начнем. Ну это ДПС. Комп пришел, вот на плюс морально. Конечно, да. Бади жесткий сейчас. Стоим на просто так бы курим. Проки дают 10, милишники дают 8, за исключением варов.
Ну давай, короче, Эдуард, на замену туда. Кого еще раз? Эдуард, на замену туда пока посиди. Шкаф составьте. Напрягу у нас другой босс, не с этого босса. Ну хотя бы убить этого чмошника, пока вы не поняли, блядь. Не, реализовать, 2 же выбил, 3 не дает. Трипнет, дамажит, блядь. Все равно пока с этого босса ничего такого не великое, только он не падает. Но потом с него будет падать. Все тут, масбаф. Ну что тут падает? Латы, запы, 258 на число крит. Ну, просто пока не падает, но потом упадет. Послезавтра. Ну только запы и все, они там падают. То их два не забьет по приору, если он захочет их забрать. Дай кому-нибудь там, не знаю, любому. Откиньте СС-а там. По хилам, главное, ждать надо будет. Так, я кликну по кауфнуть. Ну, потом бибизеру начислишь и по этому за то, что он присутствовал тут. Включи на пол. Все, запускаем босса. Поехали. Так, ну так, я сейчас куда лобро. Лобро, как только появится, это вот не забываем, цепь бзылка всегда висит. Сразу въебу эту, которую ходящая херня. Эта. Я сразу за поней иду. Угу. А ты дом кому из серию кидаешь? Коту. Может, Фурику? Мало хп, что-то не хватает. Может быть, наверное, Армсу надо. Бафнить себе, да, лучше арм сюда, да. Стамину бафните, танк. Угу. Ну, кидай самотолога, у него же там нет лишних этих выжимок. Ну, талант собрали. Самотолог я буду занят нормально. Под Ерой ты им еще там ебешь, чтобы вообще не считать будет. Я на зеленую отдаю. А? На зеленого отдаю. Фризик. Блять, ТСС висел хоть отдельно? Да. Отфризил? Что-что? Отфризил ты или нет? Ну, так, по чуть-чуть отфризывает. Я в миле стою, меня на огонь не убьет. Води поднимешь ковража. Там два огня в него кинулись. Я вижу. Там, блядь, нереально прохерить было. Вот, чтобы он выбежал даже. Со стоблетами подходите в мини-зону. Так, дом, сука ты, забираю босса. Боб. Пол дом. Так, а по мне даст. А чё вы, блядь, не хилите, я влево? Ну, я в фризе, я... Так, вводи по ковараджи, ясни по Алмире даже. По мне Боб даст свой оптик. По команде. Гудлик топ ДПС. Забирай бомб. Боб, побьёрну. Снобольта сыграйте, сыграйте Снобольта, Снобольта убейте, потом его босса. Снобольта убейте, то бой будет висеть. Все Снобольта зарезали, все, босс играется. По мере тоже поднимите. Разрезали, я же назначил весь. Ренжу сразу, возьмите кастеры, пожалуйста. Повторите, помогу Воку. 3, 2, 1. Геру. Геру, геру, геру.
Хорошо, чехиль. Так, это зона. Можете подойти, блять, ко мне подойдите. Сейчас его все разморозил. Отлично. Войт удобно будет? Там трещ остался. Я потом его отверну его. В речь бей пока. Бейте босса пока. Блять, не повесился. Повесился, норм. Размораживал. Блять. Норм. Есть бы. Поднимай. Поднимаю. Дайте каску по Войду. Дал. Угу, все, не надо никаких прожимок, просто прохилите ковараджи и есть не по. Уже выводит. На следующий я машевой дам, если что. На Донте баф. Угу. Гейс не просмороз дать Донта. Ну, заебало стоит. Сморозь меня. Но Т4 есть? Я замерзший. Агрессив умер. Гарваджи размер из Донта. Резать? Да, резать. После ужина. Ебашься. Ой, все, у тебя баф закончился. Я понял. Да, меня сейчас лужа дойдет. Я скажу, когда лужа будет. Гим есть на ману? Лужа в мельке, аккуратненько. Увожу его вправо. Неверно, пулишь на меня тогда босса. Исполин. На машине. Но он-то врезался. Прохиливайте, блядь. Лужа, уйди. Там 3 секунды. Сейчас да нету там лужа аккуратно. А то забери босса с меня, я босс этого человека. Я босса заберу. Либо ты с босса забирай. Еще раз. Блядь. Сколько там процентов оставили? Нормально, 10. Давайте быстрее чувака, бейте чувака, норм. Фридом. Чувака добили. Так, у нас 2 упало, ничего страшного, продолжайте бить. Станьте все почти дарденские. Почти дарденские, со стороны входа все. Так, у нас минус 2 дд, блядь. БРов нет у нас, да? Есть, чеков есть. По дедбичу дашь. Смотри, на ком череп. А череп отходим, смотрите где. Донта. Тотема. Бегаем. Все, после этого самого дашь ебаш, короче, вар, пожимай прожимки, давай герой для павших. Давайте прибивать его. Ну, в стенку остались. Ближе. Что за тайм такой? Фридом? Есть. Где босс, туда и стакаемся, вот, после деревяшки. Квелл, больше крем играй. Смотрим. Дам. От Кару отошли. Кару. Кару хули стоишь, блядь! Сука! Ну что, нападаем? Точно не пройдем уже. Давай попробуем. Пробуйте. Ближе станьте. Тут рано попадал. Ну, если не упадем, да и нет. Смотрим. Не пройдем сейчас. Смотрим. Череп. На навера. Продолжаем бить. Ну еще один топот у нас есть в запасе. Ну, блядь, ты бей, минут. Блядь, а не нахуй пишешь ты, блядь. Бей босса, не пиши мне, блядь. Бей босса. Стоишь, пишешь нахуй. Твоего ДПС и так не хватает, блядь. Фридом. Как и твоего, Сашечка. Ага. На заметку, короче, идешь сейчас. Смотрим на ком череп. На стоматолога отходим. Последний, кстати, у нас стан. Отошли оттуда. И бошьте. Ну да, блядь, Карл нахуй сейчас зарунил. Пиздец, блядь.
Печаль, печаль, печаль. На замену корон, 20 рейд. Пст. Как не срачка, так болячка, блядь, какая-то. Сука, аж бесит, блядь, придушил бы нахуй сразу. Да ладно, сейчас убью сейчас. Под преемника буду. Блять. Это Абул просто за кару зашел. Все теперь. Смотри, что пишет. Да, уже. Уже. Все хейтеры, блядь, пойдут нахуй. Не синдром, болезнь. Болезнь Абула. Абула в рейде будет, блядь, закроем. Бля, возьмите Абулу, правда. Закроем сразу. Это... Так, Абулу, значит, ребят... Эсмар надо брать по-любому, блядь. Ребят, очень приятно, конечно, но Армс это, наверное, самый... один из самых худших таргетов для истерии, на самом деле. Лучше коту дайте или Фурику какому-нибудь. Почему худший? Почему? Потому что истерия заменяет прок от погрома. Погром дает 10%, истерия дает 20%. Итого шило на мыло. А не 30 она дает, она 30. Зачем тебе, кстати, БШ в армсе в ПВЕ штам? Истерия дает 20%. Ну, надо. Давайте, фулба. Чувак, Фурика же то же самое, тоже стакается. Истерия с погромом не стакается. Откуда инфа, кстати? Ну, давай проверим. Это не, инфосотка или нет? Ну это инфосотка, истерия и жажда крови, они заменяют погром. А, у тебя в армсе инфа. Истерия, истерия заменяет жажду крови. Жажда смерти. И? Ой, жажду смерти, да. И погром все, тоже заменяет. Слушайте, блин, а истерия и вот эта вот пассивка армса, это иступление, а иступление не стакается. Только друидовская стакается и все. Давайте мне на ханта не бить голову. Так, да, давайте еще раз рычанок. Блять, мы за стерию упали точно. Сука. Из-за Абулы. Так, Санзола готов? Все, давайте запускаем. Пристабав. Блять, ты пиздатый курт разруинить, блять! Абула X2. Сука, блять! Абула 2-0. Да. Абула напарник появился. Да нет, там уже реально залагал, я не видел. Да, ну, ладно, это угар. Мы угораем просто. У Абула тоже там залагал. Хуя там Абула, блядь, прям убежал. Ладно, давайте не флудить. Ладно, чего, блядь. Дайте хоть что-то, блядь, смешное было. Всего лишь игра, блядь. Два часа сидим, хуйня занимаемся, поугарать надо. Первый был Оптикс, потом Абула, теперь Кару. Кто будет следующий? Ну, блядь, дуат на стол ты урянет. Приви себя, блядь. Портал поставлю на всякий случай. Стою рядом. Дуатик вырвался вперед на бустах. Ну а ты, кстати, свои бусты давай только, блядь, на этих самых. На снобльдов. На червяков, короче. Когда червяка будет забит, оставляй себе бусты свои пружинки давай. Понял? Дуат. Да, очень важно. На 100 блядь, просто больше ДПС. Бог умер. ТТМ искал нах. Не, там не его косяк, наверное, лужа. Там его за, блядь, секунду сбрило. Не вышел бы. Забираю босса. Это самый бонтовый бот. Войд как убьем, зальешь Иннер. Угу. Там стоит Койл, Мелизон подойди. Череп сыграйте больше. На хиле.
Боб. Обернул. Оптик. А, все, вижу, есть. Не забудьте гудлика резнуть. Резьте гудлика. Резьте. Сразу каску ему там выкиньте, ему там что-нибудь такое тоже. Ну тут там. Залил Иннер, да? Блять, я идеально убил. Савич, кому гудлику нахуй надо? Он сам... Хэплаву! А, хэплаву. Залейте Иннер что-нибудь. Это 10 тысяч мана, блядь. Чика есть. Чика, залей хэплаву Иннер. Хорошо, чудо. Войд. Разморожен. Отлично. Так, где ты стоишь? Все, вижу. Плюем, 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 плюем. Это хорошо. Кого она плюнула? О, ни в кого, она не успела. Заебок. А сколько там процентов осталось, не видели? 44. Забыла, мой. Хорошо, чек на меня садишься. Держим дистанцию, кастер, не забывайте. Смотря как садится. Ладно. Смотрим, как сейчас будет минуть, я скажу. Плевок, готовимся. В идеальном плюет, это что-то идеального. Не буду давать себе дефу. Исполни на прихил. Меня сейчас хилите, хорошо, жестко хил, прям жестко хил. Сморозьте. А да, мы сюда. Печенька. Печенька, разморозьте. Печенька. Квеут, порошочек, кто-нибудь, блядь, разморозьте. Печенька, да, метка стоит. Разморозьте быстрее, блядь. На пол. Забираем. Ну, да, забрал, отлично. Драни, лезь стать. Давай, забирай, вставай. Каску под драни кутайте. Я думаю. Очень хорошо идем, ребята, только, пожалуйста, mm-hmm. Блять, я вас на коленях прошу, не упадите. Лужа в один. Лужа. Вообще идеалити просто, просто хуй. Еще отведи дом, веди, блять, нахуй, там милики сейчас погорят, блять. Плюнет, плюнет. Милики, левее станьте. Все, води нахуй, куда его. Шаман, поставь тотем и свистится. Кситориан, как не здесь за него? Да еще рано, еще рано. Выходит. Босс, отлично, 20%. Вообще идеально, нахуй. Просто, блядь. Бьем. Всё, смотрим, бьём. 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 Бейте пока босса, босса. Бейте пока босса. Другую сторону попал. Смотрим. В центре выкопался. Все, переходим туда, вот, под читер ты. Выходим туда. Фридом дали. Фридом. Дон, дай Т4. Быстрее перейдите на эту сторону, кто там стоит? Переходим быстрее, на щит орды, быстрее. Все, умнички, босс. Аспект есть. Смотрим на ком череп. Череп, видите, где черепок? Вот там один центр, на дрища смотрит. Давайте. Давайте, от все тут отбежали, и в этот щит будем стапаться. Все, божься. Хилы тоже бейте, то все равно хилить нечего. Олег пусть поднимет, потом... Все, милики сейчас жопы в сеночки станете. Ближе жопы к боссу. Сеночки. Фридом, блядь! Какая снип ты, блядь, где стоишь? Ближе, станьте ближе, нахуй. Станьте. Прохил, поднимите дай. Поднимите ку... В Долшевое. Кучу собрались, в кучу. Нету всего. Смотрим, где квест. Смотрим, видите, где чё, да? Все, норм. Все, бай, быстрее. Опачки. Давай, босса пиздим. Ближе стали к боссу. Так, мы поднимали кого-то, да, туда шеф какие-то? Нет. Гудзиком, гудзиком. Фидом? Есть. Потом можно гиру дать, как ворвется. Да, на следующем. Там по двоим. А, уже завали гиру, да, уже. Готовьтесь. На дом-то здесь мелко. На порошочка. Порошочек. Череп. Порошочек. Смотрим. Череп смотрим. У нас еще есть это, еще одно будет у нас. Врезаю. Что вы приебите, пацаны? Девчата. Ближе, стакните, ближе. Ближе, ребята.
Все, пацаны, последнее взрывание у нас осталось. Душите, душите, сука, душите, душите, душите. 25%, 24. Смотрим. Блять, как Будлика нахуй. Во, в бро. В бро. Отходим в бро. Идеально поднимешь Будлика. Давайте. Будлик, давай сразу бусты сдавай. Все бусты сдали, полностью все обладал. Все, что есть. Там это последний шанс. Гонд, если что, машевый отдам. У нас сейчас секунд 5 будет. Дал машевый. Баблы, баблы готов. Я дал машевый, нормально, держим. Гонд, дай ты 4 свои. Фридом готовьте, главное. Я дал. Уже дали, чё-то. Блять, красавчики, нахуй. Ну, вот ура, блядь. Здесь ой, чудовище повернули. Хпало, ох, молодцы. Хорошего чипица. Спасибо, спасибо. Ну, я, ну это же жесткий. Дуат, зап, дуат. Дуат, не зря пришел дуат. Ну. А дуат, смотри, заебись дает, шестое место. Да, дуат, 11 тысяч дал, грубо говоря. У меня 10. Но все равно молодец. Че, можно я МДУР? Че, паролить? Давай паролим. Слава Аллаху. Подписывает сапожки, нахуй. Милики. Вы умрёте. Да, будешь забирать запы? Вы умрёте. А вот интересно, те запы с двумя дырками лучше этих? Нет. Дуат Т4 сейчас будет все фармить. С двумя, наверное, лучше. Вот, смотри, у него три дырки там, блядь. Мне, слушай, на ретрика тоже вообще огонь. Ну, у этих одна дырка, ты посчитай статы. Ну, будет две, если ты сделаешь еще одну. Ну, две, а там на одну больше, блядь. Там на одну больше надо считать, да, статы. Ну, я не думаю, что там разница прям. Там, мне кажется, минимально. Ну, 20 блядь. Силы, будет разница. Какой идеальный пул вообще был. Мне так это понравилось, блядь. Хотя там мастерства, надеюсь. Идеальный пул, и мы добивали в берсу. Да. Кто говорил, что инст не переапанный? Переапанный. Да, тебе не надо сапожки эти? Ну, по-моему, на прошлом когда забрал. А, блядь, сука. Альфи нету, блядь, полутала бы, нахуй. Так, давайте на успех. А, нет, слушай, у него нету таких. А вот это нет? Обычно я такие в первый килл забрал, вот они на мне одеты. Идеально, а что-то не хочется сапоги эти? Там две дырки, блядь. 60 хосты, еще 30 хосты плюс. Идеально, будешь забирать, нет? Он, может, залагал. Он же ничего не может. Пишет. Да, а не, ну, прыгает. А он, ну, прыгает. Идеальный. У него, наверное... Да, оставь пока у себя. У него такие события. А, он буду он брать. Тканевый да, ждет. А, тканевая. А, все, там хоста есть. Рольте. Запы лучше на 11 крита получается. Все, больше ничего не дает. Эти его запы, да, которые да, выпали? Да, да. 245 лучше, там силы больше. Нет, на 11 крита эти лучше. Смотрите, а трофейки вот эти хаймерские, они только с ануба падают, получается. Да, там перчинки. Два, ты пишешь крит, мастерство плюс 15 силы. Так там дырка, блядь, на 30 ты камень вставляешь. Вот тебе 15-15. Убирай один с крита. Хилов сейчас получается. 4. Вы 4 хила выхилите или нет? Смотри, как урон. Ну ты вспомни, как мы били тот раз. Ну, в 5 хилов, да. Давай тогда оптик спекайся хила. Тут по ДПСу мы проходим, тут перса далеко. Главное выжить. И помнишь, как мы отдавали шоке с его... Вот так тут будем одеться Лему прям конкретно. Так, это самое. На чемпах у нас, кстати, будем бить по такой же тактике, как раньше, последний раз там идеально будет там обожить. Так, никому там каска не нужна? А, Гудлику нужна. Так, фласочки также перепейте от СПД. Попробуем сегодня Валек убить еще. Ну, чемпов убить и Валек. Поставьте почту, хрипатый просит. Ну, у нас два часа еще. На рыбе стоит. Не, у нас еще час. Что-то можно можно до полдвенадцатого, кстати, максимум. Полтора максимум, да.
Да, потом в кару идем сразу же. Так, я запускаю босса. Так, качина пол. Дон, давай, короче, это самое. Мы дефы будем по очереди сдавать, когда появляется вулкан. Ты издаешь первую тогда, когда закончится, я потом свой дам деф. Нет, давай одновременно. Нет, там по твой деф лучше дать мастера. А у меня, ну, просто деф дать. У меня больше дефа, чем твой. У меня на 30%. А зачем тогда? А зачем? У тебя 20%, у нас... зачем его давать? 30%. Куда 30%. Его? Либо давай я куда сразу его давать? Я имею в виду сразу, чтобы растянуть. То есть мы не... Сколько у тебя висит это самый деф твой? Секунд 5-10? 12. Вот, за 12 секунд успеется портал залиться с этими големами? Конечно, големы. Да. Големы. Главное первый каст их пережить, когда они все втроем одновременно кастуют. Потом один голем умирает, двое кастуют, уже не так страшно. Потом, если один кастует, вообще не больно. Нам Кубоб кричал, когда отбегать, кричите тогда от голема. Короче, ребята, от кастующих големов, всех касается кастеров и хилов, отбегайте все. Видите, как Кубоба не хватает. Кубоб кричал, убегай! Вот так. Да. Попробую толкнуть. Так, ну если сейчас еще ноги с него падают, короче, я вообще пойду. Передёрну. В экзальте ты пойдешь, да? Да. Ветер дует, и я тоже, да? На замену в экзальте, там у них своих попало есть. Демон. 8 секунд. В Мордор и Корнес упадет. 5, 4, 3. Кстати, по поводу Геры, будем Геру давать на... Это самое. Так, да. На портал, короче. Ну, на вулкан, точнее. На вулкан, конечно. Да. Врата сейчас будут. Врата. Фулл ДПС по вратам. Фулл ДПС по вратам. Все ворота играем. Все ворота играем. Прожимки можете взять, кстати. Не забывайте про стаки, 20 сейда. Под бетонкой. Все, поможем. Одна вышла? Две. Две. Стаки. А госпожин, сыграете? У госпожу играем. Играете по тёлкам, по девочкам играете. Череп забери, босс. Угу. Ковараджи. Короче, лох вышел. Готовьте, портал скоро будет. Вулкан точнее. 5 секунд. Готовься, сразу стаки будет. Войт, кинь Инер сразу. Геру. Геру? Даю. Я отдал. Сейвай. Ахилла целит. Быстренько вулкан залили, потом по големам играем. Дуата захил. Все, големам играем. В мелизоне голем один. Пустой. Мастера удачи на огонь. Случится быстрее. Доливайте големы. Мильки отошли от этого кастующего. В ДКшке вы можете под зеленкой бить эти големов, когда он кастует. Очень хорошо будет. Вата прихил. Дайте, пожалуйста, тотем и гимн. Портал фулл ДПС. Ну, забери второго. По центру, может, подведешь. Блять, танк ему еще нахуй, блять. Диагональ БР по танку. Сыграли, госпожа.
Идеально, Бэр, темпу. Ладно, не отвлекайся. Чики-бум, Бэр не темпом. Вроде Фьюри побежал с меткой. Готовься, скоро будет сейчас это самый... портал. Секунду, госпожу добейте. Все, умерла. 5 секунд. Вроде Фьюри прохилите. Блять, не будет Бэр по темпу или нет? По темпу, фу, ребаб, дайте. Играем по порталу быстрее, по вулкану, то есть. Ловим Ашуэ. Гимн ХП. Каким гимн ХП? Давайте быстрее. Пиздец, нахуй. Сейчас с Бэрем, если что. Давайте быстрее големов. Големов, големов, големов. Войд, подними идеального. Да, идеального, идеальный, даже Бэр по... блядь, по дэдбичу. Полмерии. Полмерии, полмерии. Исполнение прохил. Вставай, идеально, сразу поднимай. Крэк сам вставай. То есть стаки, тырим, 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 тырим. Каз сбиваем, не забывайте. Ковараги. Ковараги побежал свет. Идеальный, я умерю, подними. Гимны на ману есть? Исполнение, дай гимны на ману. Исполин давал. Да, ну, шипы, дай, дай. Портал играем. Ворота играем быстрее. Ворота фулл ДПС. Прожимки дай. На следующий вулкан дадите Геру. Будет еще один вулкан. Давай, блядь, вон босс, пожалуйста. Быстрее ворота играйте. Вообще третий госпожа будет. Все, играем по боссу. А, по госпожам играйте. Сматолога вышел из сейда. Стаки у босса. Стаки, 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 стаки. Идеально, дай Бэру, умерю. Идеально, тут или нет? Нету, пишу. Понял. Ну, кто-то поднял другого, наверное. Да, нет, не знаю, как это, да. Эй, давайте чуть-чуть дойдём, скоро портал будет. Подержи к да. этому входу. Скажу, добейте. Ну, скажу, бейте быстрее. Дожимки свои оставьте сейчас на портал. На портал, да. Оптикс, что в бабле хил? Драйнера по хил. Вулкан сыграли быстрее. Фулл ДПС по вулкану. Дай... Вол... Геру дайте павшим. Стоит волной. Угу. Еще. Добили быстрее, по големам сыграли. Миленький, немножко да, разойдись. Мюнизона, мюнизона, вышла, вышла. Вулкан не добитый, блядь. Где вулкан не добитый, блядь? А нахуй сейчас ты таким был? Добьет, сейчас. Сука, блядь, не делай себе бушку. Добивайся быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее добивайся. Блин. В этой зоне добили? Отходите, блядь, не стойте, сука, возле голема, блядь. Прохил поеду, далее. Бля, еще метка взорвалась. Пизда, блядь. Пизда, нахуй. Просто пиздец, нахуй. Нахуй вы, сука, откинули этот поебучий портал. Скажите мне, пожалуйста, слово, блядь. Два ну, голема все. Кастовали. И чё дальше, блядь? Это... Ты понимаешь, что, блядь, из-за того, что ты подкнул, блядь? У нас он... еще чё появилось, два... заспамилось два голема лишних. Он каст голема. Так вулкан-то не исчез говорили. Никуда, его же бить ну, надо. Блядь, уж под дефами мы сидели, били, там, блядь, можно было похилить. Просто не паникуй и не начинай. Там флут начал сам, его могли добить сейчас спокойно. Давайте еще. Просто я почему-то разливает, не убегайте, прям в центр, да, стоматолог. В стене не бегите, да. Это самое. Встает хил. Плюс. Кушайте рыбу. И еще там, когда милики, когда появляется вулкан, хапалы, сосредоточьтесь на прохил милизону. Приоритет, потому что в основном милики урон будете получать от символа, там сами знаете, у вас там нормально набьете хпс. Да там все урон получают. Независимо, милик или там. РДД. Урон хавают все, при том в таком количестве, что я не знаю, как это вообще отхиливается моментом. Ну, молния, понятно, что шоты. Да не молния, когда, то есть, стакается вместе с молнией, еще и этот, блядь, еще и големы, когда херачат. Жестко, ну. В кого ты волну даешь, Колд? Кого интересно, у следующего волны, да. Сковороги, что случилось? Тыкните на меня. Присовывать надо его.
Кого? Терни. Замутили. Все, тут. Нет. Там же это, два хпала, это две сокры получается. Все это просто вместе давать. Нет, тебя никто не мутил. Да хуя, дефов, ты чё, у нас АДК, мой цеф, еще мастера убрать. Так они откатываются до второго вулкана. Все откатывается, да. Две минуты между вулканами. Я тогда давал и сокру, и мастера ауру, каждый вулкан. Это две сокры хапала тоже... и две ШВшки у вас. Порошочек у тебя тоже две минуты КД? На что? У всех только. Да. На сокру. Конечно. Да, почему я вообще, знаете, что думаю, короче? Давай серчи на пол. Похимичить чуть-чуть светка и вкачать этот протопаловский баф. Не, он не нужен. ДЦшка же есть. А оптикс тогда ты тоже. Оптикс и порошочек тоже под вулкан отдаем тебе массейвы. Так, я если что тут. Оптикс, смотри, короче. Сейчас я скажу. Короче, смотри, оптикс, под первые я отдам. Можешь отдавать массу сокру, но не давай мастера ауру. Так, да, что одновременно все отдаем, что приедет вообще не просто. Ковража еще не хватает. Ну так пиши в речь от меня в личку. Собак, дайте, пожалуйста, по ковраже. Ну хорошо. Все хватает у тебя? Я ДБМ пул включу под этим самым зельями побьете сейчас. Готов ковраже? Паршок, ты в Белизоне стоишь? Я вон, рядом с тобой тусуюсь. С бустами, конечно. У вас там 2 минуты было, чтобы откатились. Вы под Герой будете бить портал первый, потому что норм. Можете сразу бустануть босса нормально. Так, все готовы. Еще раз врачи на пул даю. Давайте в темпе вальс. Вам еще чемпи фулить.